И снова всем здравствуйте. Копаем металлолом. Опять пришел на свое, как обычно, старенькое место. Я вам сейчас покажу, что я тут уже нарыл. Для начала это вот по мелочам. Здесь я уже выкопал вот такую вот ямину. Там что-то брякает и звенит. И ничего не понятно. Фонариком посветил, ничего не видать. А лопата простукивает что-то. А что простукивает, непонятно. Ладно, пошли дальше. Сейчас вот с этой ямы тут трактор копал. Они в прошлый раз заехали здесь, все так вот здесь скребанули, вот тут скребанули, вот так вот они, как попало, короче, раз, ничего нету, говорят. Поехали, все столбы мои выкопали. Ладно, думаю, бог с вами, копайте, не жалко. Вот тут такую яму, так они раздолбали. Короче, они тут все не знаю, как сказать. Все размесили. Там он ямину выкопали, там у меня труба была, я ее не мог достать. Потому что она вот под таким бревном лежала большим. Я 2 метра отпилил трубы. А остальное под такого я не стал копать. Все бросил, а не увидал, что трубу мою забрали. Забирайте. Ну, я тут уже накопал вот малость. Это вот малость. Вот. Вот. Вот тут мешочки у меня всякая канитель лежит. Но это все полбеды. Я же выкопал-то самое основное. Сейчас покажу, что. Вот с этой ямы я ее трилевал. Фух. Не знаю, сколько килограммов. Ну вот она, станина. Вот эта вот станинка. Сколько она тут килограммов, не знаю. Но она 2 сантиметра толщиной. Тут вообще она сантиметров 5-6. Вот тут сантиметров 5-6 она. Тут сантиметр. Ну, в общем, вот такая станина. Чего она не крепилась? Что-то мне кажется, что двигатель поди какой сидел. И вот еще одна бабалах. Это крышка какая-то. От чего? Не знаю. Но она тоже в рот, да не ноги. Ой, бля. Фу. Килограмм 30 100 пудов есть. Вот такой вот урожай у меня сегодня. Вызвонил кента. Жду. Пока жду, копаю. Вон мой рюкзачок лежит, балдеет. Тут он, горлицы летают. Здесь бардак полный. Помойка какая-то. Но сюда давно уже не возят. Здесь уже все сгнило почти. Я иду. Вот так вот. А вон те бетонные бякушки, с которых я арматуру добывал. О, здесь кто-то был. Вон водичка стоит. Ее тут не было. А тут наркоши ходят. Ширяются, видать. До 100% они там костерок небольшой разжигают, чтобы подогреть ширево. Или приготовить. Сейчас стою здесь. Слышу, что-то захрустело вон там. Думаю, да что там такое-то? Смотрю, палка летит. Я думаю, нифига себе так вот преклоняться. Смотрю, собака, овчарка там как конь. Подбежала, сгребла ее и за мужиком с девушкой ушла. Я думаю, твою мать, хорошо, что он сюда не докинул. Кто бы из нас двоих напугался, это я точно. Овчарка как конь. Я думаю, не, я бы с ней не справился. По-любому. Ну все. Буду испытывать вот эту ямину. Туда буду ломиком. Не ломиком, а вот лопаткой. Вот, что-то там брякает, а что не знаю. Может кирпич, может бутылка. Будем делать, поглядеть. Ну вот что я и говорил. Бутылка и кирпич. И вот это вот железяка.
все угадал. И кирпич, и бутылку, и железяку. Сейчас туда еще засуну раз. Вот этот агрегатик. Посмотрим, что он нам скажет. Ну все. Вон еще что-то есть. Будем копать. Посмотрим, что там еще. Ну вот, ребят, демократы. Мало того, что мы ее сюда притащили, мы ее еще кувалдой раздолбили напополам. Еле кое-кое-как. Фух. 20 сантиметров, да? Да. Да не 20 сантиметров, она сантиметров 5. Да, сантиметров 5. Толщина у нее. Вот эта вот полка. А тут еще и угол нафиг у нее был. Вообще караул. Уголком. Уголок отломился, и нам легче ее грузить будет. Вот такая фигня. А еще вот мы их выкопали. Вот эту цепь. Твою мать, мы ее еле-еле-еле кое-как вытреливали. А сейчас покажу откуда. О. О, мы тут нарыли. Вот с-под этого бревна. Она еще туда впилась. Туда впилась в бревно. И нам пришлось ее распилить там. Посередине распилили и вытащили одну бякушку. Железяка длинная. Мы ее пошинковали. Сейчас покажу. Какую. Ой. Так, лопаченку не забыть. Где она у нас, эта фигня? Вот она. Вот эта железяка. Вот этот танкер. С двух сторон они были. Вот, вот дырка. И с той стороны была дыра. Они два штуки, как будто такая буквой квадратная, короче, такая. Все, загружаемся и поехали.